Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом ролике мы покажем видеоинструкцию весов пасечных с GSM-модуля, подготовка и их к работе. Так, комплект поставки. Что у нас сюда входит? Инструкция, основной блок с GSM-модулем, к которому уже прикреплены солнечная панель, и шайбы с четырьмя датчиками весов. Также у нас есть стартовый пакет с сим-картой, который необходимо вставить, и антенна для передачи информации. Первое, что мы делаем, открываем крышку основного блока. И вставляем сим-карту в этот модуль. Стартовый пакет идет у нас в комплекте. Вот. Этот пакет нужно хранить. Позже скажу для чего. Так, и вставляем сим-карту вот таким вот. Вот так вот она должна входить. Вставляем сим-карту в приемник до щелчка. И включаем питание этим тумблером. Все, сим-карта у нас уже активировалась. Вот, индикатор питания. То есть, если лампочка загорелась, значит активировалась. Закрываем крышку основного блока. И теперь нам нужно пополнить нашу сим-карту на 55 гривен на этот номер. Так, нам необходимо пополнить карту. Карту мы уже пополнили. Теперь дальше, как указано в инструкции, нам нужно набрать номер сервисного центра и сказать, что нужно создать личный кабинет и привязать нашу сим-карту, которая находится здесь, на телефон, на телефонный номер, который будут приходить смс. После того, как произошла привязка к телефонному номеру, на который будет приходить смс, необходимо выровнять контрольный улей с помощью уровня, выровнять по вертикали и горизонтали. Вот, это мы уже сделали. Следующий шаг, это мы ставим шайбы с датчиками, устанавливаем по четырем стенкам улья на твердую, обязательно на твердую поверхность. Для того, чтобы было меньше погрешности в указании веса. Также мы закрепили, приняли решение закрепить датчик температуры и влажности, закрепить отдельно на планку. Его, конечно, можно разместить в улье, но для этого его необходимо помещать в какой-нибудь корпус, потому что пчелы часто его заклеивают прополисом. Вот, видите, мы уже установили контрольный улей на весы шайб, ну, шайбы с датчиками, то есть, грубо говоря, на весы. Дальше устанавливаем антенну на основной блок и сейчас прикрутим основной блок к улью. Вот, мы закрепили контрольный основной блок на стенке улья. Рекомендуется его закреплять с северной стороны. Также мы установили датчик температуры, датчики шайбы уже стоят. Снимаем с солнечной батареи защитную пленку и устанавливаем ее с южной стороны. То есть просто ложим на улей. Теперь переместимся к компьютеру и посмотрим наш личный кабинет. Для того, чтобы зайти в личный кабинет, мы заходим на сайт ubs.in.ua. Вкладка «Особистый кабинет». Дальше вводим свой логин. Вам придет в смс после того, как вы позвоните в сервисный центр. Пароль то же самое, вам придет в смс. И заходим в личный кабинет. Дальше видим вот такую вот информацию. Нажимаем на статистику и смотрим. В личный кабинет, вернее, приходит информация, каждый час обновляется. Сегодня смотрим 17 августа. Вот последнее обновление, приход информации 16.08. Вес улья 61.98. Разница 10 грамм. Температуру показывают, влажность, заряд батареи и связь. То есть, сами видите, как в течение дня изменяется вес улья. Сейчас это несущественно, потому что уже 17 августа взят конет,
Но когда в период, взятка, когда идет медосбор хороший, то эти показатели существенно меняются. Теперь, как выглядят отчеты, как выглядят смс-отчеты. То есть у меня есть контрольный улей номер один, я себе ввел номер телефона стартового пакета, который шел в комплекте в телефонную книгу, и назвал его контрольный улей номер один. Вот мне приходят смс-ки от основного блока. То есть первая была во вторник, это 14 августа, по-моему, было. Вот, начало 62.11, разница, и сколько на балансе. Дальше во вторник пришел вечером смс, разница 160 грамм, потом среда утра и так далее. Вот в таком виде приходят смс-отчеты. Все удобно и просто, и благодаря этим цифрам можно сделать анализ и принять решение, что нужно, какие работы производить на пасеке.